Всех приветствую на моем канале. Сегодня поговорим, как убрать ошибку А01. Данная ошибка может возникнуть по ряде причин. Первый момент – это выход из строя прессостата. Он расположен за коробом вот в правом верхнем углу. То есть, если снять вот этот короб, то он будет там, в дальнем углу. И второй момент, который встречается наиболее часто, это в плате управления горит реле, которое отвечает за запуск вентилятора. Многие, ну, по незнанию, естественно, если случается такая проблема, вызывают мастера. Стоимость ремонта колеблется от 3000 до замены платы управления, это около 13-15 тысяч рублей. Стоимость реле же составляет около 150 рублей, ну плюс-минус в зависимости от места вашего нахождения. В магазинах радиозапчастей и также в интернет-магазинах данная деталь встречается. Какая именно, сейчас я покажу. Если у вас котел выдает ошибку А01 периодически, а потом со временем выходит в эту ошибку и уже не запускается, скорее всего, это будет данное реле. Чтобы до него добраться, надо открутить вот здесь винт. И, открыв защелки, открываем плату управления. Так, вот у нас плата управления. Выходит из строя чаще всего в данной модели вот это реле. Вот. Именно вот это. Panasonic. Поближе я вам сейчас покажу. Картинка будет на экране. И с примерной стоимостью в одном из первых попавшихся интернет-магазинов на просторах интернета. Для того, чтобы извлечь, необходимо отсоединить все штекера, выпаять данное реле и впаять заново. После этого котел запустится. Также хочу сказать, если у кого такой котел и вдруг вышел из строя расширительный бак, то альтернатива оригиналу значительно в разы дешевле. Внешний расширительный бак. Как установить, можете посмотреть видео на канале. Ссылка будет в описании и в конце видео. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!